мой повелитель, я ждала вас. Штормфолл остался без короля. Вступайте в схватку за престол и победите всех соперников. Твою мать! Вот это да! Это что-то новенькое с Гонконга. Так, войти через... Играть с друзьями? Угу. Войти как гость. Мое имя Аврора. Я буду вашим личным советником. Вместе мы завоюем власть в Штормфолл. Приступим, мессир. Прежде всего вам понадобится ферма. От запасов мяса зависит численность армии. Мой повелитель, вы можете бесплатно ускорить любое строительство, которое длится менее 5 минут. Великолепно! Вы достойно поработали и честно заслужили награду. Заберите ее в меню заданий. Рекомендуемые задания – вот лучший способ добиться богатства и процветания. Нажмите кнопку «Здание» в нижней части экрана и прикажите ускорить строительство. Приказываю, я приказываю, детка, ускорить! Ускорить! Конечно, ускорить! Куда нажать? Бесплатно? Великолепно! Вы достойно поработали и честно заслужили награду. Заберите ее в меню заданий. Хорошо. Волей богов, ваш замок неуязвим для атак врагов на 3 дня. Используйте это время для развития и создания армии. Конечно. Я сейчас все использую. Вау. Короче, половину озвучили, половину не озвучили. Забыли. Куда они идут, телеги тут? Короче, это... По-моему, это от создателей викингов. Викинги, которые сделали. Это их детище. Ну, графа отличная. Вот дракон тут летает. Я не пойму, что тут летает. Ну, это тот же самый такой же дракон, как и Clash of Kings. Но здесь вот FPS немножко побольше. Ладно, поехали дальше. Что у нас здесь? Ой, чувак, куда ты летишь? Он пещеру залетел. Он хочет построить амбар. Так. А где она? Это... Я же ее повелитель. Куда она убежала? Обманула, что ли? Мой повелитель, и все. Все. О, боже. Ну-ка, приступить. Так. Давайте придумаем вам имя, которое будет приводить врагов в ужас. В ужас. Сейчас мы придумаем самое ужасное имя из всех. Какое мое имя там было? Это ужасный генерал Дамокл. Так, примите.
Ничего себе. Совершите открытие имперской стали. Короче, мы сейчас потыкаем немножко еще. Завершите все обучающие задания. Приступить. Да что это? Открытие позволит вам развивать замок и обучать новые виды войск. Прикажите мудрецам начать исследование. Начать исследование? Ну-ка быстро, где они? Ну-ка покажи мне этих мудрецов в моем замке. Так, где они, мудрецы? Где же они, эти мудрецы-то? Так, выберите открытие. Убедитесь, что все требования выполнены. Окей. Где они? Открытие. Вот открытие. Так, уровень первый выполнен. Уровень второй. Имперская с... Совершить. Жизнь замерзла. Совершить. Место исследования завершено. Строитель не хватает золота. Ой, это как в этом варке. Окей, здесь есть подарок, как Clash of Kings, да? Что еще здесь? Так, сейчас я в настройках музыку вырублю, если это можно где-то сделать. Потому что мне, возможно, не слышно будет музыка. Вот то. Вау! Какие здесь настройки? Есть звук, анимация, UI планшет, уведомление, анимация... Уведомления. Короче, здесь, по-моему, у режима два графики. То есть, есть планшетный режим и есть обычный режим. Так, уведомления. Вот она, менюшка, какая должна быть в Clash of Kings. Где мой донат? Куда они его дели? Почти два косаря задонатил, а они не могут такое меню сделать за 3-4 года. Вот Clash of Kings, а. Так, поехали дальше. Уведомления, текст, военные действия, почта. О, какая... настройки. Выберите сервер. Что это такое? Текущий сервер. Уровень второй. Новый замок. Населенность средняя. Низко доступен новый замок. Короче, выберите сервер, на каком вы будете играть. Настройки. Кроме этого, здесь есть помощь. Группа на Facebook. Замок прибывает... Откройте раздел «Спак». Окей. Зайдем в настройки, справочный раздел. Группа Facebook, Instagram, Twitter. Все. Профиль. Подключиться к Facebook. Создать или привязать Polarium It. Polarium It. Бла-бла-бла. Короче, понятно. Так, новости. Милорд, посети форум игры. Обновление в игре. Так, можно перемотать? Столицы альянсов. Короче, вот. Так, теперь, что это? Stormfall, Rise of Belur какой-то. Stormfall. По-немецки это читается как Stormfall. А по-английски Stormfall. Кстати, сейчас вначале было приветствие, когда девчонка меня зовут как-то. Там на самом деле имя другое было, она другое имя говорила. Так, политика, правила, вот чем нужно. Так, ладно, не нужны мне эти правила. Возвращаемся сюда. Не буду я сейчас смотреть эти правила. Так, новости, профиль, настройки. Так, ладно. В общем, здесь все понятно, да? О, а что это было? Еда, типа? Нет, еда – это окорочка. Кристаллы, банк, выполнено задание. Тут все выполняется. Плинг-плинг-плинг-плинг. Само по себе. А где профиль? Так, инвентарь. Это что такое? Бонусы артефактов. Основное – хранилище. Временное хранилище. Артефакты из временного хранилища исчезнут через 2 дня. О, да. Теневой рынок. Что за рынок? Так, ага.
Короче, это за кристаллы здесь можно что-то купить. Элитный герой, ускорители, бла-бла-бла. Короче, здесь супер-мега-магазин. Вот куда они закинули все бабло, ай. Вот они куда все закинули. Эх. Слопали все вместе с рекламой. Окей, биография. Ух ты, бу-бу-бу-бу. Купить опыт? Купить. Купить, купить за 10 дней. А? Не куплю. Денег нет, я бомж. Так, навыки. О, текущий уровень 1. Текущий уровень мудрости 1. Так, скорость строительства, скорость открытий, атака пехоты, защита пехоты, добыча золота, добыча стали. Что? Добыча золота? Добыча стали? Что это такое? 25, это до какого уровня? Так, текущий уровень мудрости 1. Хорошо. Что мы можем прокачать? Нужен второй уровень мудрости. Вы пока не можете применить эти навыки. Короче, навыков здесь очень-очень много. Здесь можно сменить сервер. Еще навыки. Очки мудрости. Одно очко мудрости. Одно очко. Инвентарь. Так. Угу. Что мы здесь видим? Здесь мы видим, что кроме Clash of Kings 6 ячейку еще не открыли снаряжение, щита. Нет. А вот здесь есть. Вот. Герой можно поворачивать его как хочешь. Смотреть на него. Красавчик какой, а? И что? Так, а что это за ключи это? Это какие-то ключи. Короче, ключами открываешь эти всякие фигнюшки. О, теневой рынок. Так, 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 тихо, тихо. Ты же хотела что-то мне сказать. Так, отойди, отойди. Все. Так, так, где я сходил? Вот сюда. Ух ты, какой герой. Герой. Биография, так. Изменить имя мы изменили. Изменить аватар. О, сколько здесь аватарчиков, а? Не то что Clash of Kings. Вот этот красавчик мне вообще нравится. Вообще. Вообще. Вот этот. Или... Да, вот этот красивый, симпатичный. Подождите, пока изменение вступит в силу. Хорошо. А долго ждать? Сколько ждать примерно? Эй, ты где? Ну-ка ответь мне. Ты где? Уже она вот заманила меня в игру, да, и убежала, блин. Где аватар? А вот аватар сменился. О, аватар сменился, а лорд не сменился. Что это за фигня? Я его... Кыш! Дайте мне другую кого-нибудь. Ой, ладно, ну-ка где-то. Так, забрать, 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 забрать. Забираем все, что здесь есть. Постройте сторожевой пост. Да пожалуйста, сейчас мы построим. Главное, почки не отращивать. Остальное сейчас мы все сделаем. Так, бесплатно. Вау, какая красотища. Окей. Подключитесь к Google Play, чтобы поделиться с друзьями вашими достижениями и позицией в рейтинге. Позже вы можете сделать это в меню настройки. Шас размечтался. Так, вот это что такое? Сундук какой-то. Ага, разные ресурсы, замок, войска, войска активные. Вот я просто буду в шоке, если в этой игре не умирает армия. Я буду просто в шоке, что наконец-таки эти сделали игру. Так, награда верность. Вы получили подарок мессир сосредоточенно, он же не разговаривает больше. Короче, без доната она не разговаривает. Вначале только разговаривает, а потом не разговаривает. Так, поехали дальше. Что у нас еще есть? Что у нас есть еще? По-моему, один замок. Сколько уже? 14 минут видео идет? Ого, один замок мы рассматривали 14 минут. Да и мы еще ничего здесь не посмотрел, не успел.
Какая красота. Окей, нажму на еще раз на нее, что она от меня хочет, не знаю. Обучение копейщики, основные атакующие войска пехоты. Они не требуют большого количества мяса и достойно... Что? Они не требуют большого количества мяса и достойно держаться на поле боя. А, держится. Блин, а. Вот я нерусь. Так, нажмите кнопку «Обучить войска» в главном экране. Приступить. Хорошо. Давай нажмем. Где нажать? Где? Вот здесь? Пора собирать армию, мессир. Копейщики – воины атаки. В защите они бесполезны, но в наступлении и большим числом они могут очень многое. Да ты чё? Серьезно? Давай, пора нажимать. Так, кто здесь есть? Копейщик. У нас есть пехота, кавалерия, магистрам бесмарии. Что это? Короче, сколько у нас войск? Копейщик, лучница, гном, паладин, следопыт, охотница, изгой. Вир сав какой-то. Защита 30, защита 30, атака 30. То есть защита, это зелененькие, это защитные войска. Копейщик это атака. Лучница защита 19. Короче, кого мы можем здесь тренировать? Давайте тренируем изгоя. Перейти. Открытые, открытие. Короче, темные ритуалы. О боже. Клятва древних? Что за клятва древних? Так, вот здесь от пехоты, атака 15, защита. Вот здесь уже показана защита. Зеленая это защита. Защита от пехоты 30%, 30%, скорость движения 3 км в час, грузоподъемность 20, расходы на содержание. Короче, здесь вы можете попробовать. Так, я понял. Так, давай мы лучницу возьмем уже кого-нибудь, кого не надо. Совершить. Так, ждем. А что, бесплатно можно? Так, обучить. Сколько? 15. Так, 42 минуты будут ускоряться. О, боже. 42 минуты будут... Так, ладно. Ладно, я молчу. Поэтому очередь так. А это что такое? Шпион, разведка, грифон, дракон, химера, суккуб, ассасин. Что? Пожиратель. Пожиратель. Вот. Мы пришли к чему? Мы пришли к первому окошку пехоте, да? Смотрим на нашего последнего Вирсава, да? Смотрим от пехоты 14-12, да? И заходим сюда. И какими мы станем в конце? Вот здесь ставим пожиратель. Защита 600, атака 120. Это что это такое? Это же она пожрет все замки вокруг. Так, ладно. Грифон какой-то есть. Открыть амулет грифона. О боже. Короче, здесь будет война не просто войнушка, а это война с этими всякими... Так, ладно. Куда мне нужно было нажать? Нажму, говори мне. Обучите копейщика. Так, лошади пошли. А это кто такой? Какой-то рыцарь здесь сидит, я так понимаю. Так, обучайте войска. Пора собирать армию, мессир. Копейщики – воины атаки. В защите они бесполезны, но в наступлении и большим числом они могут очень многое. Очень многое, очень большим числом. Ладно. Так, ну ладно, что, атака. Нажмите кнопку «Обучить».
Количество войск, которые вы можете обучать, ограничено запасами ресурсов и временем в очереди обучения. Папа, что? Один штук мне обучить? Здесь отображаются все войска, которые вы приказали обучить. Вы можете ускорить обучение любого отряда за сапфиры или приобрести магический ускоритель на теневом рынке. Теневой рынок. Короче, понятно. Прикольно. Так. Ладно. Ой, извиняюсь, я уже сейчас захраплюсь с этими игрушками. Так, заходим сюда. Что у нас здесь? О, подарок какой-то. Забрать. Что это? Вы получили подарок Мессир Некромант 1. Заходите в игру и получайте до 24 наград в день. Конечно, я буду каждый час заходить сюда. 24. А можно побольше наград в день? Можно 240. Я вообще жить буду в этой игре ради этих наград. Так. Пора собирать. Что у нас здесь? Нажмите кнопку «Обучить». Количество войск, которые вы можете обучать, ограничено запасами ресурсов и временем в очереди обучения. Конечно. Она похожа вот это, она похожа на... Если бы ей черные волосы там чуть-чуть подправить, она из Клэша... Клэш... Какой Клэш нахрен? Этот, как она называлась-то? Игра престолов. Блондинка эта. Как ее звали? Не, короче, я не помню. Здесь отображаются все войска. Да ты чё? Здесь отображаются все войска. Я не дослушал ее, я просто хочу посмотреть на карту мира. Можно? И как это поскорее сделать? А то 20 минут мы уже здесь. А чё это такое? Дракончик. Там еще огонь горит. Что это, 49? Это королевство 49 или что за 49? 49 войск в замке, мои войска в подземелье, а подкрепление от других игроков Оберон 400. Так, ладно. 49. Я, короче, король 49 этих воинов. Так это что такое? Сторожевой пост. Так, ладно, а можно я вот сюда выйти? Так, мессир, пока вы не готовы покинуть свой замок, завершите обучение, чтобы перейти к... Хорошо, сейчас. А почему она мне моя, где это, вот, не сказала? Мне что, обучите приступить? И что это такое? Так, а где у меня эти... Пора собирать армию, мессир. Копейщики – воины атаки. В защите они бесполезны, но в наступлении и большим числом они могут очень многое. Так. Нажмите кнопку «Обучить». Здесь отображаются все войска, которые вы приказали обучить. Вы можете ускорить обучение любого отряда за сапфиры или приобрести магический ускоритель на теневом рынке. Окей. Я все понял. Я все сделаю. Конечно. Общее время обучения 50 сорта. 35 ускорить. Так, ускорение на 1 минуту. Ускорить за 21 кристалл. Все? Только отпустите меня на карту мира. Так. Так. Обучите 10 воинов. Так, забрать. Одержите победу в Доминионе. Так, лагерь орков. Так. Ага. Если ваше внимание привлекла одна из целей на карте, нажмите на нее, чтобы видеть возможные действия. Да, конечно.
Вот это меня очень привлекает. Это типа, ну, как Clash of Kings, монстр первого уровня, да? Просто с хорошей графикой. О, а теперь выберите атакующие войска и нажмите «Отправить далее». А кого мне выбирать тут? Выбирать-то некого. Некого. Так, отправить. Зато теперь можно увидеть... О, что? Он что, один пошел? Чувак, ты куда? Так, ваш префект подготовил подробные отчеты в каждом сражении. Мне нужно встать, я очень плохо вижу. Читайте их, чтобы стать непобедимым военно-начальником. Так, ладно, военно-начальник. Что это у нас здесь? Ага. Балур, пехота 3, существа 0-0-0. Так, пехота 1-29. Что это за бред? Так, трофеи, очки опыта. Короче, мы уничтожили Балура этого. Лагерь орков. Так, закрываем. Что, сюда нажать? Нажимаем вот сюда. Так. Теперь нажимаем опять сюда. Проверьте почту. Ого, нам дали что-то. Что-то нам дали. О, это корона. Это что за корона? Так, ладно, проверьте почту. Хорошо, проверим. Мессир, прибыл почтовый лепрекон с важным известием. Проверьте ваши письма. Она половину не озвучит. Я что, за тебя озвучивать должен, что ли? Я не понял. Где ты, она? Где она это? Как ее звали-то? Я уже забыл, как ее звали. Так, заходим сюда. Что у нас здесь? Почта. Оберон. Раз в сутки вы будете получать один элемент открытия. Элементы необходимы для совершенно почти всех открытий. Так. Мое почтение. Надеюсь, смута в королевстве не омрачила ваше прибытие. Я гранд-лорд Оберон, и со мной собака и еще две бутылки пива. Короче, здесь много очень писем, я не буду это все писать. Оберон пришел, куда-то что-то закинул. Поехали дальше. Что здесь еще? Префект. Так, префект. Ограбили лагерь. Подкрепление от мессира. Короче, мы вот это... Ага, это отчет поля боя. Это подкрепление отправили. Это что? Это сейчас... Я не знаю, что это. Ага, это подкрепление. Хорошо. Письма у нас в замках, на базе, тайники, станица Олья. Что это такое? Тут ужасно много писем, короче. Угу. Фейсбук какая-то есть. Нет, не буду я ее нажимать. Так, ваш замок пока что находится под защитой богов. О, да. Боги услышали меня, и это мой замок, да? Получается. Уровень. Что-то напоминает, я не помню, это, то ли викинги мне это напоминает, то ли что мне напоминает это, я не знаю. Вот этот, как его, графика, вот это, как его, герб, это что это сейчас было, я не помню. Так, угу. Постройте две фермы. Так, постройте. Там кукарекает кто-то, хрюкает. О, коровы, лошади. Красиво. Так, построить здание рудник. Построить бесплатно. Здание рудник. Что еще построить? Так, что это еще? Ага. Наполняет казну.
Что? Звонкими золотыми монетами. Короче, это дерево. Вау, пятый уровень. Чего мы получаем пятый уровень? Так, события. Постойте, одержите. Я же только одержал. Пещера. Кого? Людоеда. О, пещера людоеда. Ничего себе. Давай. Ой, ой. Это он один идет, чувак, этот рыцарь? Он один идет, да, туда? Ага. Кавалерия 1, пехота 2, потери. Сколько потерь? Извиняюсь, потерь. Так, нужно сесть по-другому, а то я сейчас захраплю здесь. Так, поехали дальше. Что у нас еще есть? 31 минута. Вот это обзорчик. Так, вот это что такое? Не-не-не. Это не надо. Снимок экрана. Что это? Что это было? Так, сейчас я вот эту перемещу куда-нибудь, чтобы она мне не мешала. Что это было? Так, а это что такое? О, это карта? Ноль, ноль, ноль. Ноль, ноль, ноль. Что значит ноль, ноль, ноль? Ноль королей, что ли? Так, ладно. Вернемся. О, региональный. Вот тут чат есть. О-о-о-о. Так. О, и у меня зелененький стоит. Ничего себе, я в чат могу писать. А в общий? А-за-за, а-за-за, о-ло-ло. А-за-за, о-ло-ло. Да. Так, а-за-за, о-ло-ло. О-ло-ло, а-за-за. Короче, здесь пока мне, наверное, недоступно ничего. Так, что дальше у нас? В пути 23, войска. Войска, герои. Сейчас артефакты. И улучшается развитие. Короче, короче, это круто. Так, ладно. Что это такое? Новый, это что такое? Это донат. Отрасти почку, чтобы построить замок. Так. Всякие донаты. Кристаллы даром 200. Аж догоняют. Прям даром дают еще. Короче, это кристаллы все. Ага. 300-500 кристаллов. 1267 кристаллов. Угу. 3000 кристаллов. Большое развитие. Конечно, это огромное развитие. Ого. Комплект победителя. Красиво, да? Чик-чик-чик-чик. Течет сверху. Чик-чик-чик-чик. Ага. Здесь сколько? 4,99. 9,99. 4,99. Короче, сапфиры. Называется это сап... А вот это что такое, интересно? Временный предмет позволяет совершать и улучшать два открытия одновременно. Окей. Это кто такой? Что это такое? Одна голова хорошо, а семь лучше. Ага. Маг двухголовый и был прав. Гидра откусила ему голову, когда он крался среди ночи. Кто это пишет, боже мой?
Так, тип магистрат, защита, повышает свои характеристики за счет двух воинов. Чем больше ваша армия, тем сильнее легендарные воины в главе отряда. Бонус от войск. Вот в циферках. Количество войск поддержки 20 воинов. Они мне говорят, что Clash of Kings не умер. Конечно, понастроили, отрастили почки, понастроили пятые престижи. Что это такое? Комплект победителя? Не-не, спасибо, спасибо. Я лузер, я не победитель. Нет, я не победитель. Я только в For Honor умею играть и в Dota еще. Что еще здесь у нас есть? Короче, вот так здесь все. Но мне понравилось, очень понравилось. Просто я запустил, я просто не знал, что мне делать. Вот, и что-то я... Эльмира загрузила сегодня видео. Я просто зашел по ссылке, хотел его найти, эту игру, что за игра, ну-ка посмотреть, как она выглядит. И наткнулся вот на эту игру. Типа новинка, бла-бла-бла, я ее установил. Так, ну что, по поводу армии я не знаю, как здесь армия будет работать. Статус, точно так же статус VIP здесь есть, да? Посещения всякие. Так, получайте награды за каждое посещение. 7-й день, 20-й день, 30-й день, 51-й день, что? Вот, 90 дней, 50 драконов, какое-то что-то. 250 за 3 месяца можно, если 3 месяца заходить, можно получить 250 кристаллов. Круто. За 3 месяца. Так, я пошел строить ферму, штук 50, наверное. И формить себе 500 или 250 кристаллов. Так, это что за 12? Что за цифра 12? Угу. Ага, это типа ты заходишь. Что? Подключиться к Вибер? Подключиться к Фейсбуку? Да ну, да жесть. Сокровищница. Короче, прикольная игра. Ну, вид... Вот это не классно. Лазарет. Войска, потерянные сражения, попадают в лазарет. Лечение раненых обойдется вам намного дешевле, чем обучение новых воинов взамен павших. Это лазарет. Что? Войска исчезнут через 6 дней. То есть, если не лечить, они исчезают, да? А размера, я так понимаю, нету, да? Так, лазарет попадает 70% войск, утраченных в сражениях за последние 7 дней. Вы можете бесплатно излечить часть войск, потерянных во время обороны вашего замка. Их количество зависит от уровня лазарета. То есть все-таки есть, то есть уровень 1.16. Так, а где больше сведений? Ага. Так, улучшайте здание и развивайте замок. Атака, защита. Я не знаю, что это за атака, защита. Зачем ему нужна атака, защита? Лазарету. Без понятия. Так, стоимость. Бесплатно улучшили. Так, ладно, давайте улучшим замок. Ничего себе, в замке 121. Ого, еще что, сколько нужно улучшать, чтобы получить этот, как его? Это цитадель, а не замок. А, цитадель. Сердце цитадель, сердце военной жизни. Сердце военной жизни. Короче, это цитадель. Ладно. Он кого-то несут, кто-то тут бегает.
Кто-то тут бегает. Короче, я еще посмотрю режим, планшетный режим. Вот они. А ну бохоп, ха-ха, бохоп, бо-бо-боп. Красотища, красотища. Короче, в принципе, выглядит не очень такие уж и... О, мой замок сразу можно выбрать, да? РТ, ЛО, ЛО, РТ. Так, теперь... ввести координаты, походу, здесь нельзя, да? 1600 координаты. X1600. Я сейчас попробую ввести какие-нибудь координаты. Сейчас мы открутим вот сюда. Загрузка идет, что ли, или что? Две тысячи километров от дома это. Так, вот мое королевство, да? Вот оно. Давай перейдем вот в это. Вот сюда. Разведать. Вы не можете разведать. На карте империи. Это 395 км от меня. 395 км. Давай я перемотаю. Перемотаю все. Ого, сколько здесь всяких. Чуро какой-то, Чуро Акуро Зина Нигу Амид Диску какой-то. Что здесь было написано сейчас? Зина? Рика Мо Кастлен номер. Короче. Омнинимпус какой-то. Омнинимпус какой-то. Короче, Онинимпусы и Неонинимпусы. Хорошо. Точнее, плохо. То есть королевство очень большое. Ой, ой, вот это что такое? Вот, вот это только я вижу эту полосу или ее видят все, интересно. Ага. Вот так вот. Вот такая вот карта. Монстров тут нет. Будем мотать дальше. 600. У них стандартно 1200, у всех должно быть 700. Нет, вот X 800 я вижу. Это уже мне достаточно, чтобы понять, что карта очень большая здесь. Нет, вот сюда уже не заходит. Короче, карта, как и Clash of Kings, по-моему, 1200. Хорошо, я же не делал обзор на это, как его там... На это все. Хотел бы посмотреть, тут отчет отображается так же или нет. Возвращаться нет. Здесь как Clash of Kings, здесь не показывает этот, как его, как происходит эта бойня, резня, не показывает. Ну, возможно, я ошибаюсь. Так, на этом все, ребята, вот такой у меня обзорчик получился, я вообще хотел только игру посмотреть, так что у меня получился здесь аж целый обзор на 44 минуты. 45 минут. Ну, что сказать? Ну, Clash of Kings, ну да, ну, типа Ололошеньки Азазашеньки, типа Clash of Kings, викингов и так далее. Хорошо, конечно, все. Графика интересная. Поиграть, зайти немножко, поиграть можно. Чат есть, игра социальная. Так что... Всем успех, друзья мои! Ставим лайки и подписываемся на канал.
Пока-пока.